Все. Всем доброго времени суток, дорогие подписчики и зрители канала. С вами Драгрим и Вова. Да, я тут, всем привет. И по маленькой традиции мы проходим ностальгические игрушки, которые мы проходили в детстве. Но кто-то там проходил на Сеге, но я лично проходил на Nintendo. Я на Сеге только у друга играл иногда. Ну, так, Battletoads. Да, сегодня мы проходим, просто показываем игруху под названием Lunar Pool. Это такой, собственно, необычный бильярд. Вот он мне в детстве просто нравился, он самый необычный. Там разные столы и разные эффекты. Давай-ка мы приступим, так. Да, у меня старта нету, только главное. Да. Вот так, мы начнем с первого раунда, фрикцион я не буду трогать. Если поменять фрикцион, то шар будет катиться дольше или медленнее. Фрикцион — это трение. Ну что ж, ладно, да. Давай, выбираем двух игроков. Посмотрим, кто из нас кого уделает. Ага. Ну, первый стол у нас классический. Во всех бильярдах такое есть. И я делаю, собственно, первый удар. Первый шот. Мне самое главное, хотя бы с первого раза забить. Вот, с первого раза. Так, прицел. Хотя нет, я чувствую, что не будет. А давай-ка я попробую сделать вот так вот. Ты видишь мои действия? Да, конечно. Так, раскрутка. Так, First есть. Blood. Первое есть. Так. Обычно тут можно пользоваться рикошетом. Здесь все нормально. Вот игру даже не называли плохой. И понятное дело почему. Игра замечательная. Так, теперь попробуем так. Так, есть. Я чувствую, я не похожу. Не, вот, кстати, если я забью все шары и ни разу не промазав, то мне объявят перфект, и рейтинг будет самый максимальный, наверное. Так, теперь мне надо аккуратненько здесь проделать операцию. Так. А, я похоже... А, нет. Да ладно. Я тут, похоже, лишний. Не, я тут с компом играл, комп намного тупее. Так, попробуем так, сейчас... Сложнее будет сбиться шар третий. Так. Так, аккуратненько. Давай. А, нет, все-таки ты походишь. Ура! Тебе два шарика. Кстати, нельзя промахиваться три раза, или иначе потеряем шар. Я помню. Ай. Ну я смотрел. А, и нельзя в лунку попадать. Так, да. На джойстике неудобно. Ну, запомни, вверх это передвигать вперед, а вот... Да не, я про то, что он обычно нажимает сразу несколько. У меня такой жестик. А, ну да, я тут стиком работаю обычно. И 3, 2, 1... Вжикс! Давай-ка... И фиг там. Аккуратно, ты же можешь... Это было прикольно. Опасно, можешь попасть в лунку-то. Это было прикольно. Так, теперь аккуратненько целься, только смотри, не попади, у тебя опасное положение. Да вижу. Ну-ка. И, блин, а я не посмотрел на силу. Блин. Да, а на силу надо смотреть. Я что-то затормозил. Так, как обычно. Так, сейчас попробуем примерить. Есть! Ну что ж, переходим к новому столу. Вот, необычен тем, то, что у него появляются бугорки и шары расставлены в разном направлении. Вот здесь я всегда что-то выбиваю перфект, потому что всегда вон тут попадаю. Так, сейчас попробуем забить на сей раз. Так. На сей раз пойду легкими путями. Так. Первый легкий путь. Так, теперь здесь. Ты не молчи, а то я волнуюсь. А что? Что, где, как? А что, я тут ничего. Я думаю, что ты отключился. Не. Ауч! Вот тут рикошет может. You failed. Да, все, я тут зафейлился, так что перфекта я не получил. Такс. Вот уже у тебя легкий шар, четвертый. Да я вижу, я на него собираюсь целиться. Если у меня это выйдет. Все. Такс. Нет. Так, теперь у тебя легкий шар третий и легкий шар шестой. Со вторым еще побороться придется. Такие культурные интеллигенты собрались в зале. Вау. Сыграть в бильярд. Ага. Ну давай посмотрим. Опасно.
опасная, может отрикошетить и тебя еще снести. Хотя, прям пролетит, ты может тут рикошетом. Так, аккуратненько целься и... Сила, 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 смотри на силу. Да, я смотрю. А, failed. Не, 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 не! О, so ты не души микрофон, а то сейчас. Ладно. Так, у меня там два, один фейл, осталось два фейла. Так, сейчас попробуй рикошетом еще раз. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, есть! Окей. Ай-яй-яй, стой, тормози, тормози. Ну ладно, все, прошли. Дальше идет посложнее стол, потому что он в форме креста. Да. Вот такой вот. Здесь самое тяжелое, это попасть вот именно вот в эти штуки, вот в эти зоны. Я вот, кстати, их показываю. Ага. Так. Так, раз, получил. Так, теперь еще один шарик. Сейчас мы все забьем. Попробуем. Ха-ха-ха-ха. Что ты там смеешься? Да не, ничего. Просто тихо смотрю на свое поражение. Не, ну может и будет не поражение, а будет... Вот, сейчас, вот сейчас хрен знает на самом деле. Ага. Вот здесь компьютер обычно тупит, потому что он избегает все препятствия. Он просто целится на шар и стреляет. Ну, он даже не обращает внимания, то что здесь может быть опасно. Ладно, давай-ка я тебе дам шанс. Немножечко я сюда протолкнусь. Ай! Не так я хотел. Я не так. Ну да. Так. Я хотел просто туда медленно. Теперь я буду мучиться. Да, нам... Посеем сейчас все шары. А-а-а. Но это было близко. Ладно, я, пожалуй, сделаю другой вариант. Но это было близко. Не то, что близко, это вообще... Ну, хотя бы я так думал, надеюсь, 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 блин, не... Я фейспалм делаю один. Ну, ладно. Ладно, слушай, надо как-нибудь удачно зарядить. Хотя можно эти шарики из угла выбить, было вот шариком двоечкой и пятерочкой. Терять нечего, ура! Нет. Ну и куда ты полетел, Вася? Не знаю. Туда же откуда и прилетел почти. Так, ну, хотя бы... Хотя бы все нормально. Так. И тут мы застреваем. Да, у кажд... у тебя осталось 3 шара, да? Да, у меня 3. Так, пожалуйста. Не-не, да ё-моё, чего он не тормозит-то нормально? Ой, у меня 2. А, у тебя 2. Уже 2. У меня тоже 2. А почему? Так, так, так. Блин. Чё-то я по углам бью. Ты на круги нарезаешь. Ну ладно. Всё, вернулись к исходной позиции. Ну да. Весёлый бильярдик получается. Мы долго так будем теребить их. Ладно, я сделаю, пожалуй, вот так вот. А я сейчас возьму и всё испорчу. Вот ты смотри, не испорть. Ой, блин, чё-то я слабо ударил. А, так, теперь... О, а здесь я могу выбить рикошетом. Чё-то я на силу тогда не обратил внимания. Ну вообще, босс. Like a boss. Поставил... Like a boss. Поставь лайк боссу. Да-да-да, лайк боссу. Спасибо! Слушай, ну ладно. Сделать силу, сделай так же, но только силу поменьше. У-у-у. Ладно, все равно мне терять нечего. Ну теперь ну, попробуем. Ну выбивай. Попробуем. Так. Прицел. Ну давай же, скотина. Сейчас я тебя выбью. Выбил! И вместе туда. О, блин, у меня остался последний выстрел. Да, у меня показывается, что у тебя 3. Не-не-не, это стейдж 3. А боу 0. Ну шот написано, 3.
А, шот это сколько раз ты промазал. А. А если ты попадаешь в лунку, ты сразу жизни лишаешься. А. Так. Блин, вот сложная ситуация, как ее разработать-то нормально? Если только попробовать вот так вот. Ну да. Попробуй теперь рикошетом выбить аккуратненько. Блин, на этом столе можно застрять по полной программе. Я и в детстве застревал, на ноч... когда был только начинал. Ну, блин. Всё, мой гейм-овер. Так. Если, наверное, и мой будет гейм-овер. Хотя, если постараюсь... Так, только не зафейлиться. Так, прицел. Выстрел. Да ёпта! Та-да-та-да-та-да-та-да-та-да. Ну вот так, ребята. Бада-бада-бада-бада-бада-бада-бам. Пам. Ну вот такой вот небольшой ностальгический летсплей, знакомство с Лунарпулом. Let's fail. Да, самый оригинальный бильярд на планете. Вот куча вариаций столов. Это не то, что вот эти оригинальные бильярды, а это круче. Тут разные столы, разные шары. Даже какой-то не летсплей, а let's fail получился. Да. Кстати, обрати внимание, разработчик Pony Incorporated. Окей. Пони разрабатывали. Сами пони делали эту игру. Значит, игра удалась. Игра нежная, сложная и, ну так, в меру крутая. Ну ладно, это все. Следующий, я не знаю даже, что следующее снимать, ностальгическое. Что-нибудь. Ведь большинство игр-то на двух игроков не рассчитаны. Найдем, конечно. Ладно, ребята, это на этом все. Весь ностальгический летсплей. Подписывайтесь на наши каналы. Ссылку на Мерилер оставляю, как всегда, в описании. С вами был Даргрим и Мерилер. Ага, всем пока.